Приветствую вас. Вы знаете, два момента, пожалуй, мне хочется отметить в вашем тексте. Первый момент — это то, что вы с своей подругой дружили, а потом как-то вот перестали дружить, то есть что-то произошло. Нужно обязательно разобраться в том, что именно произошло. Вот. Потому что ничего просто так не бывает. То есть не бывает такого, что вот вы общаетесь, хорошо общаетесь, да? А потом это само собой прекращается. Вот. То есть наверняка что-то произошло. Наверняка были какие-то изменения, наверняка были какие-то действия, наверняка что-то было. Вот. Так что этот момент нужно обязательно рассмотреть. Второе, что мне хотелось бы отметить, это то, что вы говорите, что это ваша лучшая подруга, что вы не хотели бы ее, значит, терять. И здесь у меня к вам, пожалуй, такой вопрос. Вы не хотите терять свою подругу? Почему? Ну, то есть, по какой причине? Что она вам давала, может быть, такого, что вы теперь без нее не можете. Ну, к примеру, вот. То есть это вот то, что нужно, рассмотреть. Потому что если, как вы говорите, что она ваша прямо лучшая подруга, и вы прямо не хотите ее терять, вот это значит, что, ну, что-то важное она вам давала, и вы сейчас в ней нуждаетесь, вот. Ну, в подруге своей. Это на самом деле не то, чтобы прямо плохо, просто вам это вредит на данный момент. Значит, вам это вредит и ставит вас в не совсем адекватную позицию по отношению к ней. То есть вы не можете
вы не можете выстраивать свои отношения адекватно с ней. Вот. Понимаете? Так что вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это для вас было полезно, надеюсь, что это поможет вам сделать какие-то выводы для себя. Вот. Надеюсь, что вы сможете скорректировать свое поведение. И если вы сейчас будете, например, давить на свою подругу, вот, то вот тогда вы ее, скорее всего, точно потеряете, потому что ей будет куда менее приятно с вами общаться, куда менее приятно будет ей с вами взаимодействовать. Вот. И она будет чувствовать себя обязанной вам. Что мне кажется неправильным, что мне кажется неверным, и что мне кажется может расстроить ваши отношения совсем. Вот, ну а вам я бы порекомендовал, знаете, ну, более активно искать себе друзей, да, то есть, чтобы это были, ну, чтобы это было большее количество друзей, чтобы вы не зависели только от подруги, вот, понимаете, мне кажется, это было бы правильно, и для вас, и для нее, мы же хотим, ну, я надеюсь, мы же хотим, чтобы все получали удовольствие от, ну, например, от взаимодействия с вами. Вот. И вы, и подруга. Вот так. А, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!